Я даже забыл, как играть в Bed Wars. И они добавляют новые лаки-блоки, новые съестные лаки-блоки. Что вообще происходит? Опять же, если это обновление хорошее, я буду очень сильно рад. Если оно такое же, как прошлое обновление, я буду очень огорчен. Но я пока не вижу никаких лаки-блоков. И, кажись, они будут спамиться где-то в более поздней игре, ладно. Но я уже вижу обычные лаки-блоки, давайте их попробуем забрать. Так, повезет, не повезет, давай, что-нибудь годное. Балалайка, я очень сильно рад. Так, что-нибудь здесь, давай. Снежки, я обожаю лаки-блоки, потому что они мне дают абсолютно фиговые предметы, когда я хочу нормальные. И когда я просто рофлю, мне попадаются достаточно хорошие предметы. Забираем изумруды, здесь целый клан, можно сказать. Да-да-да, давай посмотрим зеленых. А тут два челика из одного клана, это меня немного... Много настораживает, совсем чуть-чуть, но ладно. Я не думаю, что они что-то плохое сделают, собираясь таким большим кланом. Это вот правда. Меня сейчас пытаются с лука убить. Но это вообще без каких-либо проблем. Оп, меня убивают. Нет! Знаешь что, давай я попробую просто убежать отсюда. Давай. О, нет, нас рашат! Все. Давай, я убегаю. Я не знаю, что происходит, ладно. Я как-то добежал до своей базы. Я как-то засейвил эти изумруды. Фух, это было круто. Ладно. Давайте. Оп, у нас какие-то апы происходят. Давай, что-нибудь себе покупаю, новую косу. Я немного разобрался с этим обновлением. Главное слово, немного. Давай, побежали дальше. Нам нужны алмазы. Вот тут будут алмазы. Я буду сегодня сборщиком алмазов, окей? Оп, зиплайн. Это очень круто. Собираем лаки-блоки. Еще одна балалайка. Нафига мне... О, шарики. Я очень сильно рад. Шарики, ура! Вау, я никогда не думал, что я буду радоваться так сильно шарикам. Ладно, покупаем себе новый апгрейд. Благо, у нас есть защита на кровать. Это очень хорошо. Давай апнем генератор себе. И дамаг, все. О, круто. Летучий лаки-блок. Я ненавижу их, серьезно. Я пытался заснять видео, и у меня ничего не получилось. Эти челики реально как читеры просто летают повсюду. Теперь он летит на каком-то облаке сюда. Чего? Давай мы просто как-нибудь его попробуем вот так ударить. Эти летучие лаки-блоки, они... Оп, я что-то получил. Круто, импульс-ган. Круто, этот челик вообще летает. Что мне делать с этим? Давай как-нибудь вот так убегу. Нет! Я улетаю! Летучий шарик не помог, зато у нас есть вот это. Оп, я кого-то убил, это круто. Я его начал добавить впервые, все. У нас гигантский лаки-блок теперь. Я все еще не вижу эти съестные лаки-блоки, которые должны быть с бургерами там, с вкусной жареной картошкой и так далее, и всем таким. У меня очень плохие вещи попались. Что? Это реально самый худший дроп, который может быть, смотри. Молот, тайзер, слипсплэп. Это фигня, это все фигня. Ладно, давай зато вот это все апну просто, чтобы нас не бахнули. Вот они, съестные лаки. Да, это съестной лаки-блок. Мы сейчас посмотрим на новые предметы. Давай, апаем. Зато броню куплю себе. Все, давай. Ладно, мне никто не помешал. У меня появился новый хот-дог бэт. Давай посмотрим, что это делает. Окей, мы просто всех вот так фигачим. Я хотел другое слово сказать. Сколько дамага? Я не видел, сколько дамага. Я не знаю, что происходит, ладно. Меня бьют молниями. Круто. Пожалуйста. Именно поэтому я ненавижу вот эти лаки-блоки, которые летают. Вот чё он летает? Мы ничего не можем сделать, если он может летать. Ладно. Нам надо попробовать найти еще такие лаки-блоки. Здесь очень много лаки-блоков. Просто каждые 2 секунды падает огромный лаки-блок. Появляются фиолетовые лаки-блоки и так далее и тому подобное. Я понимаю, конечно, выпускать лаки-блоки, когда они выходят. Да, потому что в этом-то и смысл лаки-блоков, когда они выходят. Но сейчас у нас игра просто наполнена лаки-блоками. Это какой-то хаос. Ладно, я кого-то хоть убил. Разберем эту тушу. Я не знаю, что вообще происходит, зачем. Падают съестные лаки-блоки. Вот чего? И у нас появился кондимент-ган. Это кетчуп! Это кетчуп! Я люблю кетчуп. Я очень сильно люблю кетчуп. Это будет самое рандомное видео. Я даже не знаю, как назвать это видео. Серьезно. Все настолько плохо. Зато наш челик сломал синим кровать. Вот это уже респект. Вы просто по моему голосу понимаете, то, что я немного огорчен, то, что это обновление такое. Обновление хорошее. Обновление реально хорошее. Просто я не понимаю, каким образом мы вообще... Как он выжил это падение? Вот смотри, я учился трюком, который сделал вот для вот этого вот Pirate Davy Cannon. Смотри, оп. Все, и он исчез. Окей, я даже не знаю, что это. Оп, я забрал твои шарики.
Лизой, шарики, чел. О, да, о, да. Все, можешь бомбить сколько хочешь. Но шарики я тебе твои не верну. Оп, чтоб не втыкал. Ну что, все нафиг расхерачить. О, да, все, минус наша база. Мне вообще без разницы. Все. Прилетел на своем, значит, бугате. Оп. Давай попробуем полетать на этом. Йоу! Йоу! Это имбова! Мы можем просто летать куда хотим. Офигеть! Офигеть! Мы можем прям вот так их бомбить. Да, мы можем их просто летать и так вот фигачить. Ничего себе! Возвращаю твой облако, чел. Большое спасибо, что мне его одолжил на время. Оп, у меня появился алмазный дау меч. Я без понятия. Ладно, я забираю твой лаки-блоки, чел. Большое спасибо. Просто украл лаки-блоки. Я обожаю эту игру. Я обожаю лаки-блоки. О, она дамажит его реально. О, нет! Я облако ломаю! Нет! Вы облако сломали, идиоты! Вот чтоб не втыкал. Чтоб не втыкал. Все, минус чел. Я даже не знаю. Я не понимаю, почему все шарики сразу лопнули. Оп, еще один съестной ящик. Где последние два челика? Вы серьезно так и не можете их убить? Так, ладно. Я даже не удивлюсь, если мне попались тиммейты, которые полные боты. Хотя, учитывая, что челик уже строится, я сомневаюсь, что у меня плохие тиммейты. А пока вы там пэхаетесь, я заберу лаки-блок. Оп, у меня появился щит. Наконец-таки, меня никто не скинет. Фух, 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 фух. Оп, и у чела как раз лук есть. А вот меня никто не скинет. Вот ты меня не скинешь, чел. Ты меня не скинешь, у меня щит есть. Вот ты думаешь, ты меня можешь убить, да? Все, минус чел. Ага. Самое грустное насчет Бадварса, это у нас же было очень много карт, да? Вот прям десятки были карт. Но из-за обновлений у нас в итоге эти карты куда-то делись. Вот просто случайным образом, да? Вот просто случайным образом. Их убрали зачем-то. И все. Оп, и меня античитает. Я это тоже люблю. Чел, тебе не жить, все. Я забрал ресурсы прям всех челиков, даже своих тиммейтов. Оп, у нас есть вот такая вот жилешка. Все, плюс 15 хп. Я хочу себе алмазный меч. Мне кажется, они это сделали специально, чтобы ты мог получить алмазный меч только в какой-то определенный момент игры. Ну ладно. Все еще никто не решился вот это сделать. Ладно, я заберу. Один лаки-блок есть. Вот смотри, буквально прошло 30 секунд, да? Вот сейчас огромные лаки-блоки прилетят. По мнению разрабов Бедварса, это нормально. Это нормально, это типичный Бедварс. Чел, нет, ты его не забираешь. Ты его не забираешь, чел. Почему я не могу тэпнуться к нему? Алло, у меня же этот кит. О, тут рейдж-блейдник! Я ошибся, я глубоко ошибся. Все, давай заберем... Что это такое? Смотри, давай заберем это. Давай заберем вот это. Смотри на меня, я огромный мужик. У меня 500 хп. Что это такое? Ладно, ладно, допустим. У меня еще и коса. Это имба, пацаны. И что ты будешь делать, а? Ой, дружбан, ты не на того. Ты не на того напоролся, реально. А тебе, друг мой, придется попотеть. Мне придется попотеть. Меня сейчас убивают. Я даже не знаю, что произошло, но я каким-то образом выжил, ладно. Забираем вот этот съестной лаки-блок. О, у нас появилась вилка какая-то. И что она? Чего? Стоп. А, у меня автокликера нет. Нам надо срочно автокликер скачать. Спидран по автокликеру, погнали. Как скачать автокликера? Все, автокликеры, я не знаю, что я скачал. Я не хочу это вирус, кажись. Так, оп, скачать автокликер. Все, у меня скачался. Давай. Все, автокликер есть, let's go. Так, теперь давай включим 1 миллисекунд и смотрим. Офигеть, нам надо это проверить. Нам надо обязательно проверить на каких-нибудь там врагах. Ё-моё. Эй. Не, ему не жить. Я тебе отвечаю. Все, минус чел. Че это такое? Съестные лаки-блоки, это читы. Смотри, как быстро. Смотри, как главное, быстро. Только меня сейчас быстрее убивают.
Это было люто. Это было максимально люто. Давай просто попробуем. Оп, один попал. Я просто аймботер. Оп, еще один попал. Я сейчас все лаки-блоки заберу, да, смотри. Все, все мое, ничего никому не отдам. Эй. Что с своим рэджбоем будешь делать, а? Думаешь, крутой? Думаешь, крутой самый, а? Мистер. Мистер, я мудрое дерево. Ты против вилки справишься, а? Нет. Никто против вилки не справится. Вот именно. Это обновление просто... У меня аж глаза слезятся. Это прекрасно. И что еще произошло? О, огромный лаки-блок. Мне он нужен. Мне он нужен, чел. Стой. Бери это, друг мой. Ты серьезно хочешь нам жвачку туда топнуть? Ты серьезно? Бери. Он хороший. Давай, это того стоит. Все, у нас брат варвар. Вот что он летает? Вот что он летучий такой, а? Да, вот это нормальная скорость. Это просто читерская. Вот видишь, там на меду происходят какие-то события, да? Давай сейчас туда вмешаемся. Я его убил. Я даже ничего не делал. Оп, космический лаки-блок. Что он вообще здесь забыл, алло? Ведь это реально имбовый предмет. Не такой уж и имбовый, потому что он не разносит им кровать нафиг. У меня супер-мега-бургер! У меня бургер. У меня есть Бургер Кинга вещь. Я ненавижу этот момент. Потому что меня сейчас убьют. Теперь у меня джетпак есть, смотри. Просто хочу, чтобы не втыкал. Вот сюда прям прилетел, и все. Меня убивают! Экстренное